Привет, канал Пицца Джакетина. Сегодня опаковываем такие яйца. Ура, молодец, всем привет, вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня мы распечатываем вот такие вот прикольные яйца. Яйца называются Fresh Eggs. А ну, Кристина, как ты говорила Fresh Eggs? Fresh Eggs. Вот так, молодец, ура! Такое название интересное, Кристина его произнесла. Ну-ка, открываем. Давай мы тебе поможем, а то я смотрю, там такие... такая пленочка идет. Не знаю, что это за яйца, мы еще такие не открывали. Тут, наверное, машинки будут. Так что, я думаю, будет как и мальчикам, так и девочкам интересно. Вот такие вот прикольные яички. Сначала открываем сиреневое, посмотрим, какие у нас там попадутся сюрпризы. Смотри, Кристинушка. Как яйцо динозавра. А ну-ка посмотрим, что там. Ух ты, как оно крепко закрыто. Кристинушка, что это? Так это или скорая помощь, или какая-то служба доставки. Смотри, Кристинка, какая прикольная. Да, это скорая помощь. Кристинка, смотри, какая прикольная. Такая вот скорая помощь. Там мигалки у нее. Кристинка, смотри, можно перевозить. Можно перевозить пациентов. А мы сейчас покажем, какие у нас машинки здесь могут попасться. Ух ты! Кристина, представляешь, тут даже может мотоцикл попасться. Так что, если у нас будет мотоцикл, то это будет прикольно. И какие-то их отроды, и полицейские машины. И даже, Кристина, экскаватор может быть. Представляешь? Сколько тут их. И гоночные машинки, и пожарные, и квадроциклы. Я в шоке. Так, ну давай еще одно открываем. Посмотрим, какой там сюрприз. Открываем, открываем. Давай поможем тебе. Давай мы поможем открыть. А то эти яички так... Это не киндер-сюрпризы. Они немножко сложнее открываются. А у нас, напомню, вот такая вот прикольная попалась. Скорая помощь. Кристинушка, ну что, открываем желтое яичко. Ух ты, какая-то красная машина. Это что, это пожарная? О, Кристина, там еще, смотри, там еще лестница, наверное, поднимается или не поднимается. Не, наверное, не поднимается, но, в общем, это вот такая вот у нас пожарная машина. Ви-ю, ви-ю, ви-ю. Кристинушка, пожарная машина. Вот такие вот машинки, спецмашины они называются. Пожарная машина и скорая помощь. Ну что, у нас осталось еще одно яйцо, Кристинушка. Доверяю открывать тебе его. Давай мы тебе его чуть-чуть там надрежем, бумажечку, чтобы ты... Мы еще посмотрим, что нам попалось. Так, на этой стороне этой машинки нету. На этой стороне нету. А, вот она. Она тут... Нет, это не она. Вот она в конце. Так, машинка у нас называется... Денвер Пампер. Какое-то странное такое название. В общем, Денвер Пампер называется вот эта вот машинка. Открываем, открываем. Вот так вот по кругу тянем, тянем, не боимся. Тянем. Тарам, тарам, тарам. Ух ты, Кристинушка, ну что? Получится самой открыть? Нет, такое оно так запечатано. Смотрим. Опа-на! А там у нас желтенький кар такой попался. Желтенькая такая машинка. Что у нас за машинка? Сейчас мы откроем. Это какая-то машинка для серферов. Или что? Или для скейтеров. В общем, для перевозки команды скейтеров. Виу, виу. А, у нас она без мигалок, да? Это у нас такой вот сверху люк для вентиляции. Смотри, Кристинка. Желтенькая, красненькая и беленькая машинка. Скорая помощь, пожарная машина и такая вот машинка для отдыха. Смотри, красная машинка нужна для того, чтобы тушить пожар. Вот это вот нужна, чтобы тушить пожар. А это, если кто-то заболел, приезжает скорая помощь. Ну а желтенькая просто для отдыха. Поехать куда-нибудь на пляж, позагорать, перевести большую семью. Для этого желтенькая машинка. Поступил вызов. Какой там вызов? Ну, на машинке написано 911.
Пускай будет 911. Нам позвонили из 911. Ой-ой-ой. У меня болит ножка. Мне нужна помощь. Помогите. И машина едет. А потом кто-то позвонил. Кто-то забыл потушить костер в лесу. Делали барбекю или шашлык какой-то, да? И забыли потушить костер. И позвонили тоже в 911 и сказали: у нас горит дерево, приезжайте. И машинка скорой помощи мчится на вызов. И за ней машина... А, я сказал, скорая помощь, да? Пожарная машина едет тушить. Пока! Пока-пока! Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ты любишь лайки? Да. Да, конечно.